Привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Посмотрим одежду у Сандро. Здесь очень хорошие витрины и даже есть цены, что удивительно. Так, вот такая куртка, смотрите, с какими-то каменьями. Стоит куртка у нас 19 тысяч, кардиган 10 тысяч, 998, брюки 12 200, такого яркого синего цвета. Обувь 10 300. Такие вот кеды. Вот такой лук. Составили 11 тысяч кардиган. Такой многоцветный. Куртка интересная, конечно. А здесь куртка такая с бахромой. Эта куртка стоит 27 тысяч, почти 28 тысяч. Обувь 14 200, юбка 16 800, замшевая куртка, если вы не заметили, и джемпер под низ надели 8 600, с такими вот яркими пуговицами. Конечно, огромные такие, знаете, как называют, дедовские сандали. На видео они кажутся такими более аккуратными, на самом деле такие огромные. Удобная, наверное, на худенькую девочку. Вот в самом магазине, видите, есть кроссовки с какими-то золотыми вставками. Розовые сумки тоже. Мужской манекен, тенниска, то есть можно сказать, футболка, которая снизу, стоит 4 900, рубашка 10 200, брюки 9 500. Такой вот мужской манекен здесь вот присборено. Вот еще плохо видно, блестит тенниска, тоже 4 800. Это вот белая, кардиган 14 200, такой вот он черный. И брюки 9 200. Все это очень темное, плохо видно. В общем, вы понимаете, какие здесь цены. Томми Хилфигер. Здесь прекрасная освещенная витрина. Можно все рассмотреть. Такой вот белый костюм. Женский манекен. Кроссовочки тоже белые, базовые, такое небольшое украшение там снизу. Полосатое поло. А вот мужской манекен. Надпись Tommy Hilfiger. Вот удобный образ. Накинули сверху платье, бежевая сумка базовая, футболка, все такое неяркое, молочного цвета джинсы. Джинсы такие широкие. Это мужской манекен. Везде логотипы Tommy Hilfiger. Такая курточка. Рюкзак. Мы находимся в торговом центре Гулливер. В самом магазине идут скидки небольшие. Вот такие манекены. Темные с бежевым. Беспроигрышный лук. Ну, идемте в магазин, зайдем, посмотрим. Сумочки желтые. Вот худи надели. Сверху жакет. Худи Tommy Hilfiger стоит 5 313. Сумочки вот такие яркие, желтые.
Так, сумка стоит 5400 гривен. 2100 гривен. Такая вот футболочка. Сумка. Видео принято. Хорошее качество, сразу видно. Платье 8000. Ткань такая, как сеточка. Надеюсь, видно. Видите, такая прозрачная. Джинсы здесь по 5300. Джинсы. Вот, огромное количество их. И много разной интересной одежды. Куртки, платья. Худи бежевые 6800. Еще вот такие вот плащи есть. Сумочки. Сумочка стоит 4150. Ремень здесь хороший, широкий. 3200. Такая футболка. Куртка 8900. Такая молочная, жемчужная, можно даже сказать. И опять же эти сумочки. Так все вместе классно смотрится. Какое-то трикотажное платье. Самое обычное. Стоит 5300. Здесь полоска на рукаве. Такое оно почти черное, темно-синее. Вот такой лук можно составить и носить. Здесь есть 5600 голубые пуловер. Рубашечки в полосочку, видите. Симпатичное сочетание. 5000 гривен. 5000. Я тихонько говорю, чтобы никому не мешать. 6000 гривен брючки с подворотиками. Есть такие же худи. 10400. Вот такое вот платье, халат. Такие крылышки двойные. Десять тысяч гривен шерстяные курточки. Одиннадцать тысяч 300 гривен куртки, такие ветровочки. Пять тысяч 400 такие сумки, черные, голубые. Шоперы тоже классные. В общем, много классной одежды, ничего не скажешь. Мужской отдел. 3100 вот такие есть. Худи. 5800. 7200. Такая вот голубая куртка. Очень легенькая. Симпатично смотрится. Есть еще желтые. Ну вот, мои хорошие, посмотрели немножко красивой одежды. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, фотобайки. Подписывайтесь, новенькие, вам не трудно, мне приятно. С вами была Татьяна из Киева. До новых видео. Пока-пока. Слава Украине!